Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Кунафина Регина Ириковна. Я работаю в Республиканском онкодиспансере города Уфы в отделении химиотерапии. Наше отделение занимается лимфомами. Когда мне предложили участие в программе «Статус-кво», пройти обучение в отделении химиотерапии гемобластозов Вронца имени Блохина, я очень обрадовалась, что у меня появилась такая возможность. Программа представляла собой двухдневное нахождение в отделении. Мы в отделении должны были провести общий обход под руководством Тумянга Инны Сергеевны. И также программа предполагала собой чтение лекции непосредственно в отделении. Я поехала на эту программу достаточно быстро. Размещение было комфортным, но самое главное, я почерпнула возможность поучаствовать в общем обходе и пообщаться близко с ведущими научными сотрудниками отделения. Я узнала новые методы терапии гемобластозов и лимфом. Общение было очень непосредственным, дружеским. Контакт был лицом к лицу. Была возможность задать все интересующие вопросы, ознакомиться с новыми методами диагностики. И я рекомендую всем коллегам, кому представится такая возможность, обязательно посетить этот обучающий курс. Спасибо большое организаторам.